Давай. Всем привет, друзья, товарищи, наши любимые зрители. Так, я немножечко под веб-камеру настрою. Да, с нами, как всегда, Даня. Помаши ручкой, да, у тебя видно. Всем привет. Ты, конечно, висишь под чатом, но ничего страшного. Это все временно. Да, сегодня у нас финал. И очень крутой финал. КамАЗы против Альянс. И тут уже... сейчас я музыку убавил. Возможно, спорный матч. Вряд ли мы ожидаем три короткие катки. Это, мне кажется, все будет 5 игр. И, возможно, они полностью длинные будут. Заберут, не заберут. Сегодня посмотрим. Что, Дань, скажешь по этому поводу? Я думаю, что нас ждет сегодня интересный финал. Будучи реалистом, скажу, что без интриг, но альянсы могут сегодня что-то показать. Поэтому я жду сегодня больше 3 игр. Вот, но КамАЗ, естественно, сегодня фавориты. Поэтому будем смотреть, следить и подчеркивать какие-то моменты, которые могут возникнуть. Спрашивают, где шляпа? Треска, 50 рублей, спасибо большое. Привет тебе, спасибо большое, Треска, за 50 рублей. Шляпа, ну, у Дани шляпа. Хорошо, я обещал шлем, но у меня есть, кроме шлема, сейчас секундочку подойду. Так. Нет, так не очень будет, сейчас я поправлю. У меня есть покруче шлема. Но я на наушники так не надену, наверное. Это фуражка. Ой. Мне пришли то ли деньги, то ли что пришло. А у меня это не отображается. Даня, ты чё? Я случайно, у меня вылетел Дискорд, всё. Я тут. Подожди. Ну так, конечно, не очень. Это кринж момент, ребята, скриньте. Сейчас я тебя настрою, подожди, на весь экран. Да, давай. О, все. Так, Donation Alerts у меня забагался. Какой мусор. Товарищ полицейский. Так, ладно, давай, может, поговорим про команды вообще, что... Ну, мы уже сказали, да, какие-то первые слова, может быть, чуть детальнее пробежимся по турниру. Есть у тебя какие-то наблюдения? Давай начнем с КамАЗов. Ты играл в их группе, расскажи вообще про их путь. Как оно для тебя было? Что ты заметил, может, интересное? А я про Альянс, наверное, расскажу. Ну что, я играл за КамАЗ, последний мой турнир, это я сыграл ровно 0 игр, и мы выиграли турнир. Мне за это дали медальку. Что еще? Ну, когда играли в Energy Sticks, был я, Никита Ника, который Ховел был. Если не ошибаюсь, был Ход еще. Он тогда монстр, ник монстр у него был. Что скажу? Ну, очень было круто, весело. Я был в основе, я играл с Никасом, я был главным его ассистентом. Потом появился Viber. Он меня и выкинул из этой команды. То есть он начал часто играть, я начал реже играть, и, соответственно, мы тут немножко распались. Я улетел, Ховел улетел. Потом, как ни странно, Ника опять написал Ховлу и мне. Давайте, как говорится, соберемся. Мне скучно выигрывать. Ну, сейчас смотри, сейчас скучно выигрывать, и опять соберемся. В КамАЗах. Ты про Альянс что добавишь? Я вообще... Вообще, я предполагал, что ты расскажешь про этот турнир, что происходило. Что я расскажу про это? Я не играл с ними. А, я против них играл, ну. Ты насчет этого имел в виду? Ну, вообще, да, но твой монолог тоже
интересен, мне кажется, многие не знают истории Energy Sticks. Так что... про Альянс? Ну, слушай, мне тоже есть что рассказать про Альянс. Шериф Риска, Южного спасибо. Техаса и полицейский из поселка городского типа. Продолжай, Даня, я тебя перебил. Мы потом поделим. Что Альянс? Блин, крутая команда. Она, конечно, тоже создалась там очень давным-давно. Наверное, году так в 2012. Вот, что я знаю. То, что там... Из тех ребят, которые сейчас играют, по-моему, играл Треска, ну, один из первых. Вот. А если говорить про нынешних Альянс, то ребята, конечно, молодцы. Все-таки сегодня легкой прогулки не будет, мне кажется. Я буду верить в лучшее. Вот. По группе, по их игре в группе, вот. Все 10 игр ребята выиграли. И... В общем-то, несмотря на то, что очень показательно, а трески там не было, почему-то мне казалось, что было, ладно. Довольно интересную игру, в общем, они показывали по ходу этого группового этапа. Первое место было довольно-таки заслуженным. Убедительные победы, убедительные 6 сухарей у Факера. Что еще из интересного? Ну, 11 шайб пропустили, это даже меньше, чем у КамАЗа, это тоже удивительно за большее количество игр. Вот. В плей-оффе игру против УАКов не смотрел, однако тоже было очень близко и очень интересно. Вот. Поэтому что хочется добавить. Ну, я думаю, что увидим на льду. Я считаю, что сильные стороны Альянс в целом могут сегодня показать себя. Это хорошая игра на воротах, это хорошая защита Волк и комбинационное нападение в лице Буре и Зарипова. Если, конечно, именно такой состав сегодня соберется, у меня пока нету... данных о составе, может быть, ребята уже собираются. Ну да, я посмотрел на сервер, они уже зашли. Факер, Зарипов, Волк, Буре, да, Вайбер, W, Кубзи и Ника. То есть все уже на сервер зашли, мы ждем, получается, еще 5 минут до начала. До начала финала, до начала игры. У них есть еще минут 5 минут разминки. Согласны ли вы, что Ньюби лучший ГК турнира, а Куч лучший нападающий? Ну, комментаторы всегда совсем согласны, чтобы нас не закидали помидорами, конечно, мы совсем согласимся. Ну и чтобы нас админ не забанил в хоккее, конечно, мы согласимся. Да, давай я, может, покажу Pepsi. 10 рублей. Das Motorrad ist auf jeden Fall toll. Er hat seine Frau irgendwohin mitgenommen und sitzt da und strömt. Не знаю, осуждаю, я немецкий, не разбираюсь в немецком языке. Так, сейчас, наверное, покажу. Покажу что? А что мне показывать? Давай покажу сценку. Донат сюда перенесу. Так, у нас получается КамАЗы и Альянс выходили сразу в одну вторую. Так, КамАЗы играли против Нордиков, они выиграли 11-4, как я понимаю, Мерси рулом. И 8-1 тоже Мерси рулом. У Альянсов чуть попотнее каточки были. 6-3, 4-3, без... получается, сейчас, секундочку. Без Мерси рула они закрыли эту игру. Что, считаю, что... Моргнул лучший игрок турнира. Треска лютая была. И на почти втором месте. Да, что у нас еще было? Ice Creamers у нас играли в 1-4 против УАК за выход в 1-2, но... Первый не хватило одной шайбы до ничьи. Там в овертайме бы вышли. Также у Нордиков против Лимонов. Две игры с отрывом в одну шайбу. Это очень...
Такой потный матч был. Кто смотрел, тот видел. Да, что скажу, там все, ребятки, посмотришь, все готовы, не все? Давай глянем. Пока без понятия, просто катаются, никаких обозначительных сигналов нету. Поэтому я не могу подсказать. Из интересного, на моей памяти, в последний раз команды между собой в похожих составах играли чуть ли не год назад. Это было в лиге, кажется, 4-го сезона в дивизионах. И тогда две игры кончились победой команды ESS, нынешние КамАЗы. Одна была Мерсерулом игра, одна была довольно близкая. Вот, что будет сегодня, посмотрим. Составы так частично изменились. Риска, спасибо большое еще за денежку. Блядь, ну, лучший человек, лучше во всем, как говорится. Спасибо еще раз за донатик. А, да, и Данис, перебью еще. Смотрите, у нас получается сегодня Волк на втором месте по очкам. Первый Ника на 4 очка опережает. И Волк может занять топ-1 этого турнира. Если что... Если, скорее всего, Альянс выиграет, правильно? Ну, чисто в теории есть такая вероятность, однако посмотрим. 4 очка разница, это кажется и много, и одновременно не очень. Ну, смотри, насколько там плотно идут дальше. Вайбер 45. Тоже может, Риба, да. По 39 уже, конечно, скорее... Не борцы, но смотри, как много и одинаково примерно набирают очки игроки Альянс. То есть. Да, кстати. Очень так плотно. Три игрока в топ-5 это очень хороший результат, на самом деле. И смотри, то есть, получается, Вайбер тут за второе тоже место, даже возможность за первое поборется. Но вот Бурей за рипов. Все может быть, 5 игр впереди. Кубзи у нас на 14 месте с 24 поинтами. Вот. И что я скажу? 1 минута до начала игры. Я думаю, мы запускаемся. Давай, да. Будем надеяться на максимально интересный матч. Тогда сейчас я поднастрою немножко ОБС себе. Так, ну все. Что еще из интересного, пока мы не начали, хочу про вратарей поговорить. Я люблю об этом говорить. На этом турнире, собственно, Файкер показывает какие-то прям сверхрезультаты, как мне кажется. Из 10 матчей, проведенных Альянсами, он 6 игр сыграл на 0. Это, ну, мне кажется, тянет на рекорд. Ну, пусть и матчи там были Мерсерулом в основном, однако это очень показательно. И за 4, получается, даже не за 4, я как-то считал статистику, и, по-моему, за 8 матчей Файкера им было пропущено всего, кажется, 4 шайбы. То есть мы, IC, когда играли с Альянс, забили, по-моему, 7, а Лимоны, Бандиты... Кто там еще играл? Нянтим и, по-моему, Эклипс. Они в сумме забили на 5, ой, на 4 точнее всего, 4 шайбы. Вот, то есть и процент сейвов у Файкера, конечно, хорош, что-то там около 60%. Вот, будем смотреть, как сегодня себя покажет. Очень много на нем будет работы, я уверен. Будем надеяться на лучшее. W тоже проводит неплохой сезон. У него, по-моему, в активе 2 сухих матча. И 8 сыгранных... Нет, не 8, по-моему, 6 сыгранных встреч. Процент у него чуть пониже, у него 50. Однако, в целом, тоже статистика довольно неплохая. Посмотрим. Для него, кажется, это такой первый, наверное, прям крупный финал. Серьезный соперник. И за команду он играет тоже боевую, поэтому посмотрим, как тоже себя проявит.
Да, вот. Егорка, я тебя послушал. Вот, пожалуйста. Надеюсь, ты очень рад. Доволен. Так получше, на самом деле, возможно, для кого-то. Потом тебя арестуем, я уже наряд вызываю, там, к тебе ППС сейчас приедут. Потом отдельно поговорим. В обезьяннике вдвоем. Да, что еще? У нас, получается, начинается игра, как я вижу. Все написали «Go». Сразу осуждаю, что там пишут в чате. Это очень дискомфортные слова для зрителей, для глаз. Ну и в идеале, конечно, за такое можно предупреждение дать. Волк, желтая правило. Карточка. Дон, правило, спасибо правило. За денежку, пожалуйста. Спасибо. Извинись. Все, поехали. Первое прасывание у нас за красной командой. Против КамАЗ. Меня Дон забайтил. Будем смотреть, как игра будет или не будет получаться. Вайбер шайба. Здесь проход долгий делал. И первая шайба на 24 секунде. Буквально со своей зоны Вайбер начинал сольный проход. И дальний бросок такой не понизу, чуть-чуть выше, заканчивается успехом. Первый бросок. Спасибо большое. Донг, осуждаю за такой длинный комментарий, потому что говорил Даня, и первый гол с одной буквы было. Первое спасение здесь сейчас делает Фейкер. Вот про что я и говорил, да? Еще минута не прошла, уже два броска по его воротам нанесли. Альянс, первая вылазка. Неудачный пас от Зарипова в сторону Волка. И Вайбер здесь сейчас шайбой опять... сольный какой-то проход. Пас. Смотри. На Никаса, тот совершенно один. Ух ты, вот это сейчас спасение Факер делает. Очень важное, очень крутое. Минута 0-7. Это был уже третий бросок в створ. Сегодня КамАЗы нацелены только на ворота. Будем за этим тоже смотреть, считать буду статистику. Да, очень быстро забили гол у нас КамАЗы. Но сейчас нужно возвращаться альянсом сразу в игру, чтобы не дать возможности КамАЗам уйти вперед. Там на две шайбы, на три и так далее. Поэтому аккуратно, тихонечко будут разбираться, я думаю, игроки альянса, что они сейчас и делают. Через пас, да, через пас по борту и что-то. Пока Волк на буре. Неплохо, да, неплохо. Сейчас заход в зону здесь и мимо. Буре бросает. Ну да, первая минута прям ощутимо. Перекладина от Зарипова. Первая минута ощутимое превосходство здесь было КамАЗов, а вот вторая минута уже, я скажу, что за Альянс. И здесь выход Кубзи, да, все верно. И опять Фейкер спасает, здесь выбивает шайбу, все четко по таймингу сделал. И прекрасная нейтрализация момента. Здесь Волк, Вайбер или Дабл. И кто же первый будет на шайбе? Чешский голкипер. И Волк, смотри, как перехватывает. Ой-ой-ой. И штанга. Почти. Не везет. Да. Не повезло. И КамАЗы будут, наверное, контратаку проводить. Ника из глубины. Все, как он умеет. Все, как он любит. Такое уже довольно часто наблюдаю в последнее время. То, что Ника старается ниже играть. Вот. И Кубзи, смотри, сейчас прекрасно как тут выбрался. И 2-0. Также вот тут Буре слегка его обыграл здесь Кубзи, да, и уложил на лед, и шайбу отобрал, и 2-0 момент себе создал. Ну, как-то так. Быстро игра идет. Вот, и пока. Пока есть преимущество одних, но альянсы довольно цепко могут дальше действовать. Будем смотреть. Ну, это две команды, которые, да, могут показать результат. Даже 0-5, если они будут проигрывать, они могут отыграться спокойно. Тут опять упускает команда Альянса одного игрока в защите. Он один Вайбер там стоял у ворот. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Небольшая ошибка. И Кубзи разбирается. И смотри, штанга, еще удар. И Вайбер забивает. Третий гол для команды КамАЗ. 3-0 пока что. Ну, тут, да, тут, конечно...
Сложно не заметить, но, к сожалению, после ошибки Зарипова тут, да, тут прекрасный момент создал Кубзи, опять-таки. Вайбер подстраховал, если что, то попадание в штангу. И уже третья шайба влетает в ворот Файкера. Примерно, ну, получается, это его уже шестой бросок по нему, по его воротам. Вайбер. Еще момент. Немножко Зарипов долго, сейчас... когда Вайбер я дает пас, и тут у нас играет в Буре. Выкидывает шайбу подальше немножечко от ворот. Но Ника будет отдавать пас. Хороший пас на Вайбер. Он немного не дотянулся. Вайбер и пас в центр. Затея была неплохая, однако Буре был первее этой ситуации. И вот первая такая контратака. Сейчас контрвыпад. Волк бросает. Не опасно было, мне кажется, для W. Тот справляется и делает свое первое спасение в этой игре. И выброс от команды красных. Да, но не ожидал на самом деле я то, что 3-0 будет и в первом периоде. Ой-ой-ой, смотри, оставили игроки. Зарипов отпустила себя, да, спас центр, там Буре и блокирует. Блокирует. Нас. Да, Кубзи. Так, у нас Волк подбирает шайбу. Что будет делать? 15 секунд до конца. Накидывает удар, это хороший. Ух! И вот зря было или не зря, там летело вроде как ворота, Зарипов решил подправить шайбу, и смотри, Ника забивает четвертую шайбу. Я вот немножечко не понял вот этот момент на самом деле, но что было, то было. Возможно, там и выше летело, и Зарипов в итоге в штангу ударил. Он все-таки W, мне кажется, сыграл, нет? Мог задеть. Мог. Во всяком случае, да, момент был просто прекрасный, но не получилось его реализовать. И здесь Ника буквально не забиваешь ты, забивает тебе. 4-0. Ситуация опасная, однако пока не будем паниковать. Все-таки посмотрим, как дальше тебя попробует Альянс реабилитироваться. Команда КамАЗ отлично реализует свои моменты. Несмотря на первый сезон, хороший пас, очень пас, да, хороший. Ты тоже это заметил, и это прям очень-очень хороший пас. Так, момент у Ника. Будет идти сам, скорее всего, и бить. Да, что и делает Ника. И проходит, и удар, и перекладина штанга. И там Ника добивает, заколачивает до конца в это ворота. Да, опять Кубзи в каркас ворот попал. Да. И здесь Ника, добивание, все супер. И самое главное, не помешал вратарю. И уже пятая, да, влетает. Ну, смотри тут. Каждым разом все накаленнее ситуация становится. 5-0, это уже с такого счета отыгрываться, наверное, будет тяжело. Однако, вот, тоже хороший сейчас был перевод на Зарипова. Здесь у Буры бросок низом, Волк, к сожалению, промахивается. Атака Ника здесь. С ним играет Кубзи. Тот... Ну, передача, да, была неплоха, однако все было прочитано, и здесь W отлично, отлично позиционно играет, суперское решение, выезжает, и тут контратака настигает, и мимо Вайбера. Да, еще будет опасный момент у Вайбера, и решил пойти сам, но немножечко он запутался здесь в своей клюшке. Да, да, я хотел еще напомнить то, что у обоих команд... Причем вот и два единственных фаворита практически было. Но Уаки могли выйти в финал, если бы... Опа, хороший удар у нас от Кубзи и отбивает там. Факер, да, и смотри, отскоки какие. Ты видишь, какие же? Вот так вот происходит. Да, но с Кубзи вот никто не играл. Там хороший пасом от Ника был. Под себя отдал, и Кубзи там просто накатывался один, и... Одна шайба до Мерси, рула. Да. Что ты про Вак говорил? Могли ли Вак побороться? Типа? Да, могли побороться. Они хорошо очень сыграли против Альянса. Сейчас момент у нас еще один. Хороший пас. И вот тут решать надо заканчивать. И все. Первая игра. Мерси, рул. Потребовалось команде КамАЗ 7 минут. 6 минут и 59 секунд. Для первой игры. Вот так вот. Никто, наверное, не ожидал, и все из зрителей, что такое произойдет на самом деле. Сами все прекрасно видите. Что я могу еще добавить даже?
Плашку можешь поменять. А, да. Ну, да. Посмотрим. Это только первая игра была. Может быть, не знаю, команды вкатываются. Ника, я видел, играл ранкет, поэтому КамАЗы прям в ходу начали. Тоже без всякой, как сказать... Ну, бывает тоже, команды вкатываются, и вот на таких моментах можно ловить, а на моментах на ошибках, вот, а вот КамАЗы прям начали с самого начала уже душить. Очень цепко играли, и, ну, по факту здесь как бы, кто бы что ни говорил, но все сами видели. Смотрим вторую игру, может быть, здесь уже ситуация будет другая, потому что все начинается с чистого листа. Альянс нужно поскорее забыть этот результат и двигаться дальше. Ничего еще не потеряно. Еще много игр впереди. Ой-ой-ой, хороший удар от Вайбера. Сольный проход. Пас там Ника отдавал на Вайбера. И просто удар с неудобной руки в ближнюю девятку. Очень хороший и мощный удар. Ну, в комментариях пишут то, что... Ну как, никто не ожидал, что Альянс проиграет, конечно. Ну, КамАЗы, да, они... Не сказал бы, что сильнее прям каждой команды. Даже там Рофл, Стим, тех же самых. Просто у... чаще, больше практики у них. Вот, все слаженно играют. У Аки могли бы постараться, конечно, выйти в финал. Может, и другое сопротивление бы дали бы, потому что... Две разные команды, два разных геймплея, так сказать. Поэтому, возможно, а возможно и быстрее бы проиграли, кто знает. Но финал, да, вышли Альянс. Заслуженно, в принципе. Ну, здесь сложно говорить, это все бы да бы. Мы смотрим сейчас противостояние двух лучших команд по итогам группового этапа, и мне кажется, это максимально справедливо, что мы как раз-таки смотрим как раз именно эту афишу, а не какую-либо еще другую. Здесь Буре и кто там, Зарипов друг с другом столкнулись, и Вайбер здесь... Ой-ой-ой, хорошо Факер играет. Суперское спасение, да, сейчас оформляет после такой ошибки. Ну, тут, извините, конечно, здесь такое подмечается, и за такое как бы... Можно было наказывать. Факер, отличное спасение. Делает Волк, дальний наброс. Удар, и ух, смотри, как красиво Зарипов ты ударил. Вот и первая шайба Альянса в этой БО5 встрече, да. Хорошо, хорошо Зарипов перенаправил шайбу в ворота. Вот сейчас было отличное подставление. Тут уже не докопаешься. Здесь прям без шансов для вратаря. И смотри, сходу сейчас вторая атака намечается. Если бы Кубзи не решил внести коррективы в планы Альянс. И отличная передача здесь на Ника. И блок. Блок от Буре. Делает Буре, да. Хорошее действие. Ну вот. Пока не знаю. Пока вот сейчас начало такое поспокойнее стало, мне кажется. Сейчас чуть подровнялась игра. Не знаю, только мне ли так кажется. Ну вот, смотри. Завозился Кубзи, и Буре здесь Зариповым на выходе. Вайбер здесь первую шайбу сблокировал, вторую тоже, но вот тут... Ой, опасный момент, смотри, какая ошибка, и у... Ой-ой-ой. О, два и игрока не дотягивается. И Волк будет. Ух, что это за закидушечка такая, W сделал сейв. Ну, кстати, неприятно было, мне кажется, мог поймать на этом, очень удобный такой бросок был. Ну, легкий, да. Легкий наброс был. Так что вратари такие обычно справляются. Ну и смотри, как Ника разобрался тоже. Подкинул, смотри, шайбу от себя. Да, Вайбер дал пас на Ника, подкинул Ника. Он здесь один, ударил. Да, опять остался. И было у него тут пространство и время подумать и реализовать. Когда много времени даешь, к сожалению, соперник этим пользуется. Поэтому тут не исключение, 2-1. Да, жаль, что Альянсы не могут почитать комментарии. Тут очень много советчиков, как им играть, как выигрывать КамАЗы. Но у них своя игра, они играют, наверное, в Дискорде там. Может быть. По скайпу. Хороший наброс, смотри, еще один был. Там вроде заблокировал Волка. И шайба пролетела выше ворот. Да. На самом деле, если... От ворот начинать, как в прошлом, как первую шайбу они забили,
растягивали команду КамАЗов. Ну и первую они шайбу и забили после такого момента. Повезло, не повезло. Будем смотреть, если такие моменты еще будут. Ой-ой-ой. Буре подставил неудачно клюшку. Автогол здесь, ну, как бы такой формальный. Ну, вот, увы, тоже не повезло. Да, обе команды играют в Дискорде, так что всю информацию они друг другу оперативно передают. Ну, в смысле, подсказки по игре, скажем так. Поэтому здесь... ну, круто, что так, потому что альянсы совсем недавно начали именно с Дискордом играть. И даже вроде бы, как будто игра у них стала лучше. По крайней мере, групповой этап был тому подтверждение. Пока по финалу не могу ничего сказать. Вот на самом деле не видел от Буре и Зарипова каких-то сольных проходов, знаешь, перекладывания шайбы. Смотри, момент, еще один хороший пас. Смотри, что Буре перекладывает. Вот, вот, только сказал про перекладку, видишь? Только сейчас сказал про перекладку. Да. И очень хорошо. Оп, Буре. Ой, здесь смотри, как он Ника убрал, да. Хорошо, прям разобрался. И, ну, догоняют по счету уже альянсы. Отрыв в одну шайбу, теперь не в две. 3-2, да, это уже гораздо приятнее за этим смотреть. Ну, имеется в виду в целом для восприятия. А, вот, и... неплохо, да. Ну, альянс, не надо никуда, мне кажется, торопиться. Вот они должны... вот размеренно как-то искать моменты. Ну да, контратаки это в принципе всегда, да, про быстрый хоккей. Но мне кажется, что ребятам надо начинать из глубины. Волк там может разыгрывать, или Буре, ну или Зарипов. Они все в принципе способны. Вот. Да, напомню там ребятам из чата, это best of 5. То есть надо 3 игры выиграть, чтобы победить в этой игре. Да. Если АСС выиграют, будет еще минимум одна игра. А, вот. Смотри, момент еще. Ой-ой-ой, опасный момент был. Там не увидел, кто волк, не успел подстроиться под шайбу. А, да, и пока хочу напомнить, сейчас момент пройдет у нас. Вайбер с шайбой будет идти сам, отдает пас на Ника. И... 5-1 здесь был, и да. В штангу уходил. Ну вот примерно про то же самое, что сейчас показал... КамАЗ, прошу прощения. Вот. Момент, удар, и Буре забивает, сравнивает счет Буре. Очень хорошо тоже Буре ударил. W не справился. Да, хочу напомнить сразу ребятам. Сейчас буду LKM зажимать вам при голах, так будет получше. Напомню то, что завтра будет стрим. Еще один вечером. Подведение итогов. Завтра будет онлайн голосование за лучших игроков. Возможно, за лучших комментаторов и... Момент у нас вот ISS, да, очень хорошо. Ника дал пас на Вайбера. Вайбер немножечко прошелся, отдал пас на Кубзи. Ну и Кубзи здесь решил. Как оно там было разыграно здесь, да, очень красиво, очень мелодично. И очень качественно, да, здесь опять-таки снизу Ника был. И вот как дирижер все суперски сделал и реализовал. Смотри, момент. Оставили игрока и позади. Да, у нас, если не ошибаюсь, то Волк сзади должен был играть, но оставался но, Зарипов но он тут. Он так и играл, по-моему. А, Зарипов, да, был. Остался Зарипов, да, все. Вот, и да, про стрим еще завтрашний. Приходите, ребята, завтра будет еще интересней. Завтра все в онлайн-режиме проголосуем, скорее всего, если так получится, либо в Google форме, там как найдем по сайту. Надеюсь на вашу активность завтра. Хороший удар от Волка. Ой-ой-ой. Там же мимо летела еда. Я моргнул и не увидел, что там было. Ну, как будто бы да. Ой, да, мимо летела. Буре. Отличный. Очень красиво. Очень красиво поставил. Это, наверное, один из лучших голов на этом турнире. Да. Насколько я видел. Да, я тоже. Поэтому вот уже есть номинация за лучший гол турнира завтра. Зарипов, кстати, забил первую шайбу у Альянса. Ой-ой-ой, хороший сейф от Факера. И ничем не хуже удар от, если ошибаюсь, Кубзи Ника. Был. Ника был, да? Ника. Ника был, да. Да, будем голосовать. Ой, хорошо. Ой, там. И опять, Волк, да, спасение. Волк. Подставил, да, клюшку. По-моему, Волк. Смотри, вот опять атаку Альянс. Момент, Волк, удар и...
Вот и W включается уже прям полноценно, его грандиозное такое спасение, наверное, сопоставимо с тем, что было в первой игре, и вот оно, вратарское качество, включаться в те моменты, когда действительно нужно. Очень переломный момент мог случиться, если была бы ничья. Однако вот W хорош. Здесь стоит об этом 2 сказать. 2-1, Кубзи отдаст пас на Ника. Ника, и не принял Ника немножечко шайбу. И все-таки шайбу все равно у Ника. И то ли запутался, то ли так и хотел Ника, так и не разберешься. Ой, пас какой пас на Кубзи. Хороший. Да, лучший сейф. Ты напомнишь какой-нибудь лучший сейф турнира? По твоему мнению, если ты такие помнишь, конечно. Ну, мне кажется, это будет что-то из матча Lemons Alliance. Сейчас погоди, здесь Зарипов, тут как классно. Ой-ой-ой, W, вот тебе лучший сейф практически, решающий, знаешь, так? Да, опять очень важное спасение сейчас делать для своей команды. Прям такой заряд, потому что КамАЗы дважды пропускали вот такие атаки, и дважды Альянс, к сожалению, не смогли из этого вынести ничего хорошего. W просто красавчик. Я думаю, что на номинацию сейв сезона может Серк претендовать. Там у него против Альянса за Лимонов было очень много сейвов, и все были классные. Может быть, кстати, могу показаться немножко ЧСВ, но вот у меня тоже был классный сейв против Бандита в овертайме. Вот. И сейчас тоже, смотри, какие спасения были и у W, и у Факера. Почему нет? Но в финале все равно сейф, он как бы не, на небольшую долю лучше будет выглядеть, чем в обычном плей-оффе. Ой, хороший пас от Ника. Вайбер разобрался. Волк оставил его одного. Да, здесь Волк немножко кинулся. Но с другой стороны, если бы он не кинулся, то там бы Ника проходил. И тоже это было бы не очень хорошо. Так что здесь, ну, такой в патовой ситуации оказался Волк. Ему, конечно, нужна была помощь еще извне. Ну, 6-4, это еще пока не конец. Вот, ну, это конец разве что второго периода. Пока что Ника здесь запутался в движениях, и Буре. Буре начинает контрвыпад, бросок. Не понял я, то ли сейф, то ли штанга. Да, ну и другое засчитаем, поэтому ничем и не вот хуже. Вот сейчас отлично Буре блокирует пас... Это был Вайбер. И вот второй период у нас подходит к концу. Уже гораздо интереснее и результативнее. И по счету тоже все еще близко. W пока что держит свою команду в игре. Прекрасные спасения были. Факер тоже хорош. Не могу это не подметить. Ну и альянсы как будто бы действительно забыли свою игру под номером 1. И начали вот с чистого листа, и пока вот получается. КамАЗы тоже действуют неплохо. Отличная комбинационная игра у них. Пасы Никаса снизу. Это прям круто. Да, Буре, наверное, будет... Нет, отдает пас на Зарипова. Зарипов принимает, и что? Хорошо. Нет, ошибается хорошо. Зарипов. Ну, хорошо принял. Ну, в смысле, неплохо, да, было... затеяно, однако вот замешкался Зарипов тут, да. И так и не получилось его продолжение. Вот смотри, момент удара, и хорошо Факер спасает. Оставляет игру альянсов в этом противостоянии. Да, и что у нас еще? Я хотел посмотреть, но, к сожалению, на второй монитор вывести не могу, потому что хоккей свернется. Хотел статистику открыть команд, как они там играли в группах. Вот, но потом, после этой игры, возможно, посмотрим, либо в конце. Ну, они играли результативно, могу так сказать. Альянс в среднем по 7 шайб, 71 шайбу они забили за групповой этап. 7. Ой-ой-ой, смотри, момент, это еще один. Ай, там W. W хорошо вышел. Да. Да, 71 шайба, ты говоришь, у альянсов, а у
У КамАЗа КамАЗов 67, это 8 чем-то. То есть при результативности, конечно, КамАЗы выше. Потому что там на одну команду меньше было в группе. Ну да, но при этом... Нет, я имею в виду по средней результативности за матч. Я понял. Но вот по пропущенным шайбам здесь было преимущество у Альянс. Представь, они за 10 матчей среднее количество пропущенных шайб. У них было 1.1, ой, какой классный сейв. И здесь что-то непонятное, я там не увидел. Я шайба сейчас в клюшку чью-то прилетела. В W, кажется. Если я не понял. Вот я не приблизил, но вот очень такой опять момент. И здорово опять оборона справляется. У меня повтор на телефоне есть, тут на 20 секунд опаздывает момент. И я могу сейчас добавить, от кого отскочил в итоге шайба, и это W. Это уже не важно, здесь W. Кубзи. Да, к W опять сделает прекрасное спасение. Вот эта игра, ну, я думаю, что именно W, потому что уже, я не знаю, наверное, четвертое это было ключевое спасение, которое могло все поменять, как в одну, так и в другую сторону. Так что, не знаю, если есть ребята не согласны со мной, то, пожалуйста, напишите об этом. Может быть, я не прав. Ну, W хорош. Хороший прием от Зарипова. Должен идти сам, возможно, давать влево. Тут Кубзи немножечко догнал его. Ой-ой-ой. Да, не опасная такая срезка сейчас была. Буре 360 это... хотел ударить. Ну да. Но фирменного удара не перебить, извините. Полторы минуты тем временем остается, и как бы ничего еще не потеряно. Ой-ой, смотри, как пропускают. Однако... Да, здесь прозевали. Прозевали Вайпера. Вайбера, точнее. А, прошу прощения, и вот такая вот легкая манера. А, третья шайба для него сегодня. И седьмая, в принципе, для КамАЗов. С какой-либо трудности, как мне кажется, здесь в движениях был Вайбер и реализовал свой момент. Уже три шайбы и минуты до конца уже гораздо сложнее. Но стоит отметить, что гораздо игра ровнее была. Я думаю, ты со мной, Саш, согласишься. Безусловно. Здесь, ошибка здесь... от Буре. Ну и возможно, ошибка там Вайбер или Ника задел эту шайбу. И момент у Кубзи один в один. И Кубзи реализует этот момент. Ну, если так вот будет с каждой игрой прибавлять команда, может быть, третья игра у нас уже выйдет очень близкая. А может быть, даже овертаймы будут, а может быть, и Альянс могут выиграть, или... Ну, ASS, прошу прощения, Depressive КамАЗ, в целом, не буду настолько категоричен, но играют как бы так, чтобы просто победить. То есть... В целом качественно и как бы и все. Ну, и это хорошо в моем понимании. То есть в обороне отлично вот были моменты, да. Ну, в смысле, в обороне именно последняя оборона в виде вратаря суперски там срабатывала. Смотри, как Ника поймал шайбу в воздухе и мог доделать счет до 9-4, но... Да, дела могли там измениться, однако. Ну, вот вторая игра также у нас Depressive КамАЗ. Смотрим, ну, вот уже было поближе. 21-0, но это не сегодня, ребят. Только игры мы не посмотрим. И КамАЗы молодцы, и Альянс тоже. Выступили сейчас достойно. Борьба была навязана, во всяком случае, и опять-таки повторюсь, мне кажется, если бы не W, то могла бы игра совсем по другому сценарию пойти. Так что здесь, ну, для меня однозначно MVP это вратарь Depressive КамАЗ в этой игре. Так, что в чате пишут? Да, они между собой там. Ну, я, кто да, лучше, я вижу. Кто обыграет КамАЗы? Ребятки, обыграют КамАЗ все мы, если мы зайдем все на сервер. Сейчас, сию секунду.
Когда не будет ограничений 4 игроков за команду, тогда мы обыграем КамАЗ. КамАЗ против КамАЗ игроков. Сколько не в знаю. Чате, сколько в чате, нас 28 человек смотрят, на секундочку. 28 человек и 4, и 4 игрока КамАЗа. Ну, конечно, не осилят, ребятки. Нас 28, нас целая банда. А что еще из интересного? Команды между собой вообще, кстати, не играют. Ну, именно товарищеские игры. И, может быть, это есть как тот фактор, почему, например, вот Ховел пишет, почему Буре там привозит, условно, против УАК, а против КамАЗов не привозит. Команды между собой вообще не играют, вряд ли они изучали друг друга, и, может быть, от этого они как-то действуют. Хотя, как бы, по логике так не должно работать. Но почему нет? Почему нет? То есть, если Nordic те же, да, которые тоже встречались с КамАЗами в стадии ранее, какое-то мнимое время назад все-таки играли с ними товары, давно, конечно, но играли, то Альянс это прям категорически нет. Вот только на турнирах пересекаются раз в год в среднем. И как бы от такой... Ну, немножко неожиданности, может быть, и могут быть вот такие апсеты, неожиданные результаты, и совершенно другая игра, что одной, что другой стороны. Я так это предполагаю. Дом, спасибо еще что тебе за денежку. Так. Команды в целом готовы. Сейчас, секундочку. Мы уже начинаем, Саш. Да, нет, игра все видно. Я... Что думаете насчет EB71? Дон спрашивает. Я на этот вопрос не хочу отвечать. Это вопрос не для сегодняшнего матча. Спасибо, конечно, за донат. Наверное, я отвечу, денег... ну, что сказать. Ладно, нужно ответить. Человек старался. Донатил. В рамках, да, доната можно, конечно, это ответить. Донат, да нет, все равно, если в чате даже спросил, можно и без доната ответить. Ну, игрок начинающий просто. Начинает играть, что скажу. Я просто его очень сильно игру не смотрел, но... Просто начинает играть, да, будем смотреть. Будем смотреть за его игрой. Так же, как, в принципе, и за моей. Я очень редко в последнее время начал заходить играть. Обо мне тоже много, очень много, можно сказать. Да, и все, теперь к игре. У нас... Волк отлично сейчас нейтрализовал передачу Ника на Вайбера. Игра вот у нас сейчас немножко пошла такая, с длинными пасами. Ну, посмотрим, что будет сейчас. Ника здесь против Волка. Против него Волк. Отличная передача. Ой-ой-ой. На пути и вколачивает просто в эту штангу. И вот опять-таки открывает счет. Может быть, не столь быстро, как до этого. Однако вот первая минута опять-таки как будто бы преимущество красных здесь было... более весомая, чем у Альянса. Хороший Итак, пас я... от Ника был вообще. Да, тут перебью. Да. Хорошо, да, отдал на Кубзи, Кубзи решил. Ну что, опять снова даже, я скажу, выходит вперед команда КамАЗ. Они вроде две игры подряд, да, выходили вперед по первой шайбе. Да. Они все игры, по-моему, уже начинали. Да. Вели, да. Все верно. В чате идет разная философия разного рода. А Волк здесь, ой, он слегка запутался в движениях и не получилось у него реализовать атаку. Небольшая пауза у нас такая. Была бы рекламная, но рекламы у нас нет, к сожалению, пока что. Не на таком уровне мы играем, чтобы рекламировать какой-нибудь букмекерские конторы, но... молчание тоже дает о себе знать, потому что игроки... Ой, хороший сейф от факера. Да-да-да. Все правильно сказал. Опять-таки, очень важно сейчас вот эти первые минуты просто перетерпеть, переждать, найти
один, может быть, два момента, и игра может совершенно по другому сценарию пойти. КамАЗы здесь... Ой-ой-ой, смотри, как, блин. Вот, ну, вот что-то не типа повезло, такого, не повезло немного, да? Зарипову, да. А, ну, надо тоже подметить, что и КамАЗ, они в целом всю игру вот пытаются именно держать эту планку первого номера, и вот какая классная... Ой, блин, ну, это шикарно, это просто шикарно. Ну, посмотри, Вайбер Ник отдает на Кубзи, Кубзи отдает на Вайбера, и просто Вайбер... практически, ну, не в пустые ворота, там стоял факер один на один, и он спокойно реализует этот момент. Два паса, Ника Кубзи, Кубзи Вайберу, и все. У ворот вот, никого нет. Ну вот такие атаки, это в целом про то, почему сейчас никто не может выиграть КамАЗ. Ну, то есть это просто отличное как бы действие, отличные передачи, видение игры, ну вот. Вот это и есть причина. Ну... На самом деле, ничего же такого КамАЗ-то и не делают, в принципе. Они хорошо слаженно играют, да, они отрываются от игроков, они обходят, они дают шикарные пасы. Вот сейчас момент у Альянсов был. Ой. Немножко неточно Буря пробил. Да. Сейчас, секунду, и он за ворот. Ай, смотри, как W сыграл, ты это видел? Да, очень классно. Ну, я чуть отвлекся, конечно. Да, он прям в прыжке и не дал Буре из-за ворот завести шайбу в ворота. Возможно, поймал куражку, кстати. Ну просто реально, вот смотри, что делают КамАЗы, чтобы... Ой, момент хороший. Вот, ну вот, то есть примерно в таком же стиле и КамАЗ растет передачи. То есть вот отлично Волк открылся здесь, ну точнее из-под, не видел кого. Зарипов тоже классную передачу нашел. Вот, вот такие вот действия... буквально ты на секундочку отвлекся, и вот тебе шайба залетает. А вот здесь, кстати, Волк отлично блокирует. Да, то есть весь твой монолог, он в целом, я с тобой полностью согласен, по большому счету ничего особенного нет. Но вот как раз-таки вот это вот ничего особенного, оно и играет, играет роль. Так что здесь как бы большой респект КамАЗу, то, что у них настолько как бы слаженное действие, что они... ну, как бы играя одновременно и так просто, и так сложно, способны любую команду... Ой-ой-ой, смотри, еще хороший удар. Там, получается, подставил Буры снова свою клюшку, Волк ударил, и немножечко тут в повторе непонятно, но Буры подставил, Волк ударил, Буры подставил и забивают. Сравнивают счет 2-2. Наверное, ну, нам, по моему мнению, наверное, большинство... Зрители, ой-ой-ой, какой криптик момент был. Ожидали, что альянсы смогут там повести хотя бы в одной игре. Там в ну, три вот... шайбы, но почему-то ну, если такого до не этого... показывают. Ну, смотри, просто до этого они... вот я говорю, с каждой игрой прибавляют. Первая игра у них вообще сухая была. Вторая, они уже ближе играли два периода. Сейчас вот после первого уже тоже ровно идут. В целом... нормально, мне кажется, просто разгоняются. Вот. Валя тоже классное сообщение написал, классную мысль про то, что не стоит забывать, что и соперник-то КамАЗа, например, они... Ой, хороший. Вот. Я немножко... Да, круто сейчас сыграли опять, классная атака. Соперник позволяет играть настолько, ну, точнее, ты играешь настолько, насколько позволяет тебе соперник. Если КамАЗы тебе не будут позволять играть, будут тебя прессинговать, читать и, ну... Но и ты должен взять, уметь отрываться все равно. Ну, тут уже вопрос скилла, если он тебя, как сказать, соответствует тому, чтобы, как ты говоришь, отрываться, то да. Но, опять-таки, в КамАЗе собраны классные... Момент, момент, еще один у Волка. Волк будет бить с неудобной руки и... Вот. Ой... прошивает здесь, просто прошивает насквозь W. Вот, вот то, что позволили, вот Волку позволили сыграть здесь отлично, Буре тоже передачу отдал. Вот уже 4-2. Вот такое вот начало периода. Ну здесь и... ай, немножечко Кубзи не догоняет эту шайбу, здесь факер выходит и блокирует. Да, хорошо. Удар. Конечно, немножко замедлил, мне кажется, если бы на секундочку раньше вышел, чуть спокойнее бы ее забрал. А Волк, здесь подбор все-таки за ним будет. Ой, смотри, ой, Зарипов и штангу попадает. Вот если бы сейчас забивал пятую,
то как будто можно было бы говорить о разных скоростях. Однако, да, здесь игра. Смотри, получилось, что вы били из-под клюшки, а на самом деле отдали пас, и здесь блокируют игроки команды Альянс, не дают забить третью шайбу КамАЗам. Вот смотри, вот эта игра больше похожа не на правду, а на соперничество именно в финале. Вот игры такие, в принципе, должны быть. Размениваться не картами, а, как сказать, играми. Ну, типа того. Момент, и Вайбер спокойно забивает, реализует момент. Да, Вайбер здесь хорошо открылся. Вот опять-таки, смотри, какая классная передача. И вот в ближний угол без шансов. Ну, шансы, конечно, могли быть, но Вайбер бросает так, что там бывает без шансов. А, да, я тоже с тобой соглашусь. Вот такой хоккей надо видеть в финале. И круто, что команды играют в это. А, вот. И это для просмотра тоже прикольно. Смотрим дальше, и как бы. Ой-ой-ой. Но Вот здесь так, просто смотри. да. Два игрока. Вот Волк упустил. Тут, получается, кто там ехал? Не видел Зарипов или Бабуре. Не встретили. И Вайбер просто со всей мощи, что у него есть, забивает. Так, в чате у нас. У Альянсов не хуже индивидуалка, за исключением Никаса. Факер сильнее. А Зарипов почти как... Ой, пока я Ой-ой-ой. читал, да, чаты, и тут волк. А по-моему, смотри, по-моему, шайба в Никас, что ли, прилетела? Да. Да. От его клюшки здесь W не ожидал такого подарка, вот как Буре, да, помнишь, что-то в таком же стиле. А 4-5. Альянсы вновь вышли вперед. А середина матча тем временем уже прошла. Альянс уже 5 забили. Это в целом хороший такой, скажем так, показатель. Но немножко смотри, как будто подсели, да, КамАЗы? Ну, подсели не подсели, это, возможно, просто Альянс начинают искать свободные моменты. Вот как сейчас момент, в центре открылся у нас Буре, если не ошибаюсь. Зарипов ему отдавал. И КамАЗы-то не накрывали, не закрывали игрока. Ой, смотри, как ошибается Факер здесь. Ох, волк. Вот это Блокировка или было. штанга там, я не увидел точно. Кажется, блокировка была. Ну вот, здорово, что подстраховал. Хороший момент у И уже в Альянсов. атаке. Ой, хорошо играет у нас Кубзи. Кубсу. Молодец. Кубсу молодец. Слендер видел, написал, что Кубзи. Ой, и сейв сейчас от факера. Моменты за моментами, да, такие огненные, даже и нет времени отвлекаться на чат, хотя тоже там интересные мысли пишут. Момент Кубзи, ну и факер, сейф. вот что за спасение сейчас делает, уже какой подряд. Ищ. И уже Кубзи мимо делает дело. Бьет мимо, воротка, да. Тут уже язык будет заплетаться, так Дело что... Гуляй смело, это сейчас Буре на... блокирует. Нет, не успел на Зарипова перекинуть он. Там блокировал игрок КамАЗов. Вот сейчас как такая торпеда, буран. Это не про хоккейные команды, это про эти географические явления. А, в Ой-ой-ой, смотри, общем, момент еще будет у Альянсов. Волк волк, да. пойдет и будет бить понизу, но не точно. Не точно. В общем-то, взвинтили темп КамАЗы, да, было очень часто там два или даже три сверх таких опасных момента. И как бы вот как будто сейчас наоборот немножко по сценарию игра идет второй матч. Ошибочка, ошибочка. Ой-ой. Сам пойдет и будет бить Ну да, здесь тоже синика. уже не прощает, да, уже здесь раз, два, и вот здесь вот тоже обвел, и вот так вот по центру. 5-5. Ну смотри, как будто сценарий повторился, только в данном случае Факер вынужден отбивать, а не W. То есть здесь уже как будто, вот я говорю, немножко поменялись ролями команды. И вот опять-таки счет-то близкий. И вот тут Кубзи на тоненького сыграл. Ника 7 секунд до конца. Отлично сыграл сейчас в отборе. Ну, 2 секунды, все. 5-5, второй период заканчивается тем временем, и вообще ничего по такой игре вообще ничего не ясно. И я рад на самом деле произносить эту фразу, потому что ну, здесь может выиграть в данной игре может выиграть как одна, так и другая команда. Как бы это сейчас очевидно не звучало, но как бы
Альянсы и КамАЗы играют в абсолютно равную игру в матче под номером 3. Так что очень... Да, третий период начинается у нас, тем не менее. И смотри, вот 5-5, да, и кому-то надо забирать инициативу на себя. Ну, сейчас и посмотрим, кто заберет инициативу, тот и по заслуге заберет. Заберет этот матч. Да, все верно, смотри. КамАЗы будут начинать потихонечку от борта. Кубзи пойдет сам, скорее всего, ошибается. Вот Кубзи уже не первый раз ошибается в своей зоне практически. Вайбер будет искать Никаса. Никас будет бить сразу с рывком. Там сейф. Хороший, да, блок от Вайбера. Мари, момент. Зарипов тоже не первый момент, к сожалению, такой. Сильные пасы. Принимать тяжело. Они отскакивают. Возможно, есть какое-то волнение против... Ой-ой-ой. Перекладина спасает. Да-да-да. Ой, момент. Тут момент тоже. Вайбер сейчас хорошо подстопил Зарипова, да. Серк, я на самом деле чат читаю. Не надо такие вещи писать. Защелбан. И двор. Даняша выиграет. А момент удар и... Хорошо, как сейвит, а факер. Прям, да, я посмотрел, прям вот ровно в клюшку, ну, как бы шайбы да. Идеальные там. Бурес, неудобный, не точно. Вот сейчас факер поймал. Ой, хорошо, смотри. Момент, и... Да ну, да 6-5. Ну. Это был пас, на самом деле. Смотри, Кубзи просто уехал двоих. Вправо, да, Кубзи уехал Ника вправо. Ника и Вайбер. А Ника и Вайбер поехали на одного игрока. Ого. Ого. 3 минуты. Целых 3 минуты. Это очень много на самом деле. Очень много 3 минуты. А, ну, это еще очень много, да, ты прав. Ну вот как бы. Ой. Ошибочка. Действие, да. Ника. Здесь. Не знаю, кто на нервозе сейчас, но мне кажется, что накаляют страсти. И вот Вайбер здесь. Волк, отлично. Уже начинают сами идти в атаку. Вайбер вот нам хотел, скорее всего, сам уйти. Но здесь Волк не дал ему пройти дальше синей линии. И вот пас с неудачной опять от Вайбера. Ну и итальянцы, смотри, тоже сейчас берут инициативу. Начинают атаку. Буре на Волка назад. Все верно тут сделал. Так как его там прессинговали. Волк такой набросик в сторону Зарипова. Буре тут под... Ну, не знаю, хорошо или плохо это было, и тут из-за ворот Зарипов не смог сыграть. И вот опять тут отскок. Ой-ой-ой. Нет, все здорово. Мог отскочить еще. Как шайба сейчас скачет, да, неприятно ни для одной, ни для другой стороны. И сейчас вот немножко вот... Я думаю, что аккуратничают. Альянс все-таки пытаются довести дело до конца. Да, ищут свободные зоны. Ой-ой-ой, вот тут не как получается. Бы сейчас... Сейчас как бы не... Доиграться бы Ника здесь. Есть Вайбер у него, здесь есть Кубзи. И есть сам Ника для себя. И вот непонятно, что это было, бросок или пас. Но бросок, скорее всего, был. Ну, замахивался как на бросок, да. И вот так вот сейчас отбрасывается Альянс. Минута 15. Все еще много, однако... Неужто? Зреет сенсация. Ну, Ника. Ты сейчас поговоришь, и момент один в один против защитника. Ника будет идти сам под себя, убирает и забивает. Все, 6-6. Даня сказал, Ника исполнил. Будет сенсация. Не, но все равно. Кстати, Файкер здесь практически молодец. Засейвил, да. Да, очень, очень хороший момент был. Тяжелый для вратаря, и вот он задел шайбу. Ну, еще минута есть, как бы будем смотреть. Во всяком случае, даже как бы сейчас игра не закончилась, вот очень поступательно Альянс. Ой-ой-ой, хороший пас от Боре. Волк немножко не дотянулся, прям чуть-чуть не хватило. И вот здесь, смотри, сейчас обыгрывает Вайбера. Кубзи, брат на Вайбера, и там Ника, смотри, впереди. КамАЗы будут делать свою атаку, да, Волк немножко не успевает, и тут хорошо играет Буре.
А, это бурая бурая. Бурая, бурая, все верно. Да-да-да. 20 секунд сейчас. Ой-ой-ой, немножко неточный пас. И тут очень опасно будет в концовке. 10 секунд до конца игры. Тут Ника пойдет сам. Подержит шайбу, будет бить. И Факер, оставляет альянсы. Да-да-да. Ну все. Овертаймы. Перекладина летела, да. Ну вот сейчас у кого крепче нервы до первой шайбы. Игра. Мне кажется, вполне заслуженно. Овертайм. Так что будем смотреть. Воля случая, пишет Слендерман. Ну, овертаймы, да, это такая штука. Здесь как бы может произойти все, что угодно. И какой угодно момент может привести к заброшенной шайбе. Не лучше Буре, так, да, опять не получилось принять Буре. И он бы сейчас мог реализовывать, потому что там был один Ник в защите. Буре перекладывает очень хорошо. И тут Вайбер решает. И решает все. Это, ребята, ГГ. 3. К сожалению, 0. Ну, не к сожалению, 3-0. Все по игре, в принципе. Да. КамАЗы молодцы в целом. Такие доказали свой класс. Осуждаю, осуждаю. Ну, в чате, комментарии. Да, там, да, это уже какие-то личные терки. Сразу закрываем. Да, все, давай, закрывай. Однако, ну что, я хочу похвалить Альянс. Это была довольно хорошая борьба, особенно в двух последних матчах. А, вот. Да и в третий-то, смотри, они же во сколько шайб? В две, да, вели? Или в три даже. Но чуть-чуть не повезло. Вот, а КамАЗы... КамАЗы молодцы. КамАЗ... сыграли во то, что они умеют. И даже проигрывая в... Там, ну, как раз-таки в эти две там, или три шайбы, они все равно смогли взять свое. Что там в чате пишут? Все хорошо пишут. Ну, Факер топ-1. Ну, кстати говоря, я думаю, что будет, да, в числе лучших. Все-таки, как бы кто что его не говорил, спасибо там за его стрим, ребята, как всегда, дисциплину, на высоте. За его игру, там, допустим, на ранке делал. Ну, вот на турнире, на этом турнире он, конечно, хорош. А чего не скажешь? Так, секунду, донат пришел от Трески, говорит, спасибо за стрим, ребята, как всегда на высоте, спасибо, Треска, за донат, да, старался, старались вдвоем с Даней, что скажу, блин, Ника зашел в чат, Волк зашел в чат, тут они друг друга, конечно, возможно, уважают, любят, хорошие комментарии написывают, ну что? Ну, финал достойный, финал вполне достойный, очень даже смотрибельный. Вот. Хочется, чтобы таких матчей было больше. Ну, имеется в виду по накалу, результат это уже на второй план. А ты сам как считаешь? Да все верно, что я тебе еще добавлю. Все по игре, в принципе, говорю, было. Но альянсы в третьей игре могли спокойно вывозить вперед. Видишь, чуть-чуть прям не хватило. Там в конце, если, например, Факер бы затащил, возможно, момент был у Альянса, и там, если бы ДКБ, как обычно, там третья, четвертая, пятая, возможно, игра была бы. Но все реально по игре. КамАЗы передавили Альянсы. В первых двух игр, в третьей игре, Альянсы начали обороняться очень даже хорошо. Дали отпор. Начали вести два раза, даже там в две шайбы вели. Вот. Завтра, ребятки, напоминаю, стрим еще один проходит. Завтра будет голосование за лучший гол, за лучшие сейвы. Возможно, там... Если кто-то будет собирать статистику, но это вряд ли. Поэтому лучший стример тоже соберемся. За лучших игроков проголосуем, за лучшую команду. По времени, скорее всего, также вечером, только пораньше...
по МСК, наверное, часов... 9, наверное. 8-10. 8-9. Да, 8-9, чтобы всех было удобно. У кого-то плюс, у кого-то минус от Москвы. Что еще добавлю? Да, приходите там. Надеюсь, будет весело. Потом я запущу стрим отдельно от хоккея после... Посидим, можно даже поиграть будет в свою игру. Чисто вот хоккейной компанией. Вот. Поэтому жду завтра всех на стриме. Да, чат, конечно, активный. В общем, повторюсь, финал был интересный. Рад я, что все-таки смог принять участие в комментариях. Как говорится... Снимаю перед вами шляпу. И да, как Саша сказал, ждем вас завтра. Не в это же время, но... Чуть пораньше. Да. Чуть пораньше подведем итоги. И будем ждать уже основной турнир, основные дивизионы. Вот. Да, будет интересно. Да. Да, голосование завтра пройдет, так что, ребятки, заходите. И тоже надо собираться командой хоккей, не знаю, играть не только в хоккей, но и в какие-нибудь другие игры. Все это, говорю, можно реализовать у меня на стриме. Я так немножечко постримлю, если кому это будет интересно. Так что, ребятки, завтра стрим. Всех это завтра, ждем завтра. Есть что-нибудь сказать, добавить, Даня? Да нет, я, наверное, все сказал. До завтра. Завтра все увидим. Все в итоге подведем. У меня все. Да, ребятки, всем спасибо, кто зашел на стрим. Спасибо всем за донаты. Огромное спасибо еще раз. Ждем завтра. Пораньше в новости мы вам скинем, во сколько, где и когда пройдет стрим. Все, ребятки, давайте. Без чата, без оскорблений. Всех друг друга уважаем и любим. Всем до скорых встреч. Всем пока. Всем пока-пока.